Йоу, друзья. А что, музончик? Что это у меня неправильно пошел? Неправильно музончик идет. Так. Вот, другое дело. Продолжаем прохождение игры Manor Lords. И сегодня нас ждет, я так думаю, что сегодня мы все-таки, наверное, за серию-то успеем достроить нашу собственную усадьбу. Вопрос интересно, а можно ли ее будет потом улучшать? Второй вопрос, а можно ли строить еще одну усадьбу? Нормально. То есть, по сути, я могу, например, создать несколько усадеб, что ли, и тому подобное. Ладно, посмотрим, как все это будет выглядеть. Проблема с чем? С топливом. Соглашусь. Люди просто тупо не успевают добывать топливо, представляете? Ну, кстати, близко. Какой тут? Тоже 24? Раз. Парни другого феодала. Что происходит? У него отряд. Легкие пехотинцы, это охренеть. Пятинеры-наемники мощные. Я просто удивляюсь, знаете, они вот приходят и приходят. С точки зрения, да, я сейчас, ну, нынешнему феодалу просто сделать ничего не смогу. Я вообще, как это вообще возможно? Что-либо сделать. Так, дикие звери пока что еще добываются, хорошо. Так, давайте стройку. Продолжайте. Людишки, пожалуйста, приходите ко мне. Красота какая. Я могу же по полю пройтись, так ведь вообще без проблем. Потоптать эти прекрасные поля. Блин, по сути, ведь такой еще огромный, просто огромный. Как бы сказать, потенциал вообще к развитию есть у нас. Огромные земли, которые здесь вообще просто. Вот они. Застраивай. Возводи. Ну, почему нет-то, а? И мы это потихоньку, я это сделаем. Дома дровосек. Давайте-ка дровосеки, вы этот. Подождите, у нас же тварку. Да, фактория не работает, все правильно. 33 единицы дров. Ну, нужны еще люди. Малый хлев, рынок, лагерь дровосеков. Давайте-ка лагерь дровосеков тогда я уберу и отправлю семью на сборку. Дома дровосеков. Подождите. Было же 19 древесин, или все-таки 5 надо было? 20 досок, это да. Так, строительство завершено. Общая печь. Тщательно, где она? Вот это? А, вот она, общая печь, да, окей. Ну и здесь у нас будет хранение хлеба, который тоже будут готовиться и продаваться на ближайшем рынке. Кстати, да, хлеб-то будет на рынке, наверное, продаваться или где-то еще. Блин, у вас так в одном месте много людей. Сапожник идет домой. Да, и сапожник... Подождите, сапожники работают еще? Ой, молодцы какие. Железные руды 45, 26 глины, шкур 28. Две единицы ягод, кстати, добыли. Превосходно. Интересно, они... Наверное, здесь еще, да, лежат? Ага, вот они здесь. А люди где наши? Несут грузы. Какие грузы? Несут дрова и тому подобное. Ну, то есть, получается, из-за того, что они слишком этот... Далеко находится, неудобно. Ну, оно и понятно, да, как сказать. Тут уж никуда не денешься. Хорошо. Склад продолжает работать также, да, ребятки? Окей, хорошо. Носят грузы, то все, 5-10. То есть, по сути, хотя написано же, работник склада, значит. Просто мне интересно, сколько они этих. Вот эти, да? Ну, я так думаю, сейчас вот эта вот армия как раз пойдет их и чпокнет. Просто, блин. Если бы у меня было, конечно, побольше людей. Конечно, уже 18.36 сейчас у меня есть. Сколько у меня вообще луков? Еще 15 луков есть.
То есть у меня еще 15 штук. А раз у меня еще 15 луков, то есть здесь указывается именно какое количество у меня есть свободных. То есть что я могу в любом случае набирать воинов и так далее. Так, мастерская это мы отключили, да, потому что они доски жрут прям вообще нещадно, нещадно жрут доски. Жалко, лучше домик нельзя. Пилорама было бы неплохо. Moon, lady, moon. Собиратель несет плюс копья. А, они, наверное, это в дом стреляются, типа, вот. Дрова, поленья. Так. Ладно, тут это получается все вместе. Еще 15 камней и 3... 7, фу, 17 досок. Хорошо. Нормально, нормально. Я думаю, ничего так. Может, здесь вот вообще спокойненько вот здесь целое застраивать все именно хозяйствами без проблем. Хотя... Есть возможность... Да, вот здесь... А, ну вот, мне вот где дорога проходит, то есть самый раз. То есть я не западаю на их территорию, поэтому... А, миграции у них не будет. Хорошо. Так, пилорамчик? Пилорамчик работает. Хорошо. На пилораме доски есть. Просто бери, таскай. Сколько берут за раз? Одну. А, раз... а подготавливают сразу пять. Ага, замечательно. Так, у тебя, по-моему, все-таки морковка, не редиск, наверное. Это же морковка, ну-ка. Прыгнешь. Ага. Так, что тут у нас? Да, это морковка, оказывается. Это не редиск. Морковка. Значит, морковку выращивают, капусту выращивают. А это, наверное, свекла все-таки. Да, очень на свеклу похоже. Свекла, свекла. Как ни говори, все равно красная, да? Надо сюда рядом, кстати, реально так вот построить эту дорогу. Даже вот так я его построил. И пускай будет там, уж посмотрим. Так, ветряная мельница. Достроится, никаких проблем. Еще одна семья. Хозяйство прибыла, замечательно. Какой? Вот в это, да? Ага. Да, вот они, замечательно. Ну, пока не знаю. Пока оставлю, посмотрим. Пристройка для пекарни, типа, чтобы они готовили этот. А-а-а, хлеб вдвое эффективнее готовить, чем при использовании печи. Как интересно. И странно. Ну, в любом случае, эта семья станет у нас мельниками. Реально, как с этой армией сражаться? То есть, по сути, тупо кучей народу только можно завалить. Против лучников нужна кавалерия. Против легких пехотинцев-наемников нужны хорошие тяжелые рыцари. Против копейщиков, ну хотя бы просто обычные, да? По сути, да, ведь здесь же есть возможность нанять армию. То есть, пехотинцы Эмбер... Пехотинцы, пикинеры, потом копейщики и лучники, и лучники. А, вот где я видел количество этого оружия. А, так здесь есть арбалеты. Серьезно? А чё не заметил их? Они будут. Вот арбалеты, это уже вещь. Помните, да, про птицы говорил? Что они, мать их, детализированы здесь.
Просто вопрос, да, скажите, зачем нужно было детализировать вот этих птиц? То есть, грубо говоря. Они их сделали. По-моему, в Ведьмаке голуби вообще детализированы. Или где-то в другой игре, короче. Ну, просто вот, вот зачем? А вот захотели, сделали. Вот захотели и сделали. Приятно? Приятно. Замечаю ли я это? Нет. Показал ли я это вам? Да. Я так понимаю, тут... Они все-таки общие. Почему тогда 6 сюда положили? Надеюсь, они тут все добудут. Сезонный рассвет, фигня, как говорится. Как за... добудут, так добудут. Топливо, блин. Топливо прям вообще... У меня же нет очистить, у меня же рабочей зоны нету, я же никуда не вставил. Типа, чё это они? Я... Ну, мёд, конечно, да, вот ещё как. Но овощей пока не собирают, овощи не собирают. Если честно, мне так жалко их. Я им такую огромную усадьбу построил. А они это просто не успевают ее этот. Ну. Не успевают они работать. Давайте сюда берем одну семью. Давайте дровосека попробуем побольше отправим. Нужно, нужно нам. Дом дровосека. А что, если мне сделать немножко по-другому? Так, дом дровосеков. Я возьму, здесь построю, да? И будем там вырубать. Так, пока уберем. Я уж видел. Ну, это прям легкие, это прям наемники, это бешеные гуси. Поэтому такие мощные они. Залежи железа потихонечку заканчиваются. Ну, а. Да, скоро надо будет нам выходить вот на этот регион. Грубо говоря. Объявить своим за 1000 влияния надо. Влияние нужно для того, чтобы вести дипломатические переговоры, предъявлять притязания на землю. Увеличено влияние увеличит, когда вы выплачиваете десятину, побеждаете разбойников и улучшаете свои церкви и усадьбы. О, это да, это важно. О! Это у нас лагерь хоть нормальный шкурки. Нормально, мясо, 4, квота, 20-ка, как только закончил. То есть, мне повезло прям, что с точки зрения я нахожусь здесь близко. А, так, еды пока хватит на 5 месяцев, поэтому охотники уходят. Там все, квоту они свои добили. Поэтому работать не больше там не будут. Какое-то время, конечно же, какое-то же, конечно же, какое-то время. Давайте тогда построим домики еще. Да, вот, получается, вот так. Вот так. Почему так? Просто он не сможет больше... А, вот так вот. Ну-ка, разворачиваем, слишком много. Почему не можем так построить? Нет примыкания к дороге? Хотя вроде по дороге сделал. Вот так. Давайте. Очень, очень хорошо выглядит. Правда, ну, не прям убожески, как говорится, грубо говоря. Так, это на скалу есть. Чуть-чуть. Я понимаю, эти же есть. Они же мои постройки не трогают пока что. И вообще на меня не идут. Все, замечательно. Вот тут хорошую такую застройку начнем сейчас делать. Прям как надо. Как надо и... Ну недалеко ведь от рынка. Ну рынок недалеко. Так что думаю нормально будет.
Ага, доски доносят. Хорошо тут тепло вырубали, прям вообще. Просто вот под корень. Блин, были бы потом здесь баллисты, катапульты. Вообще, ну типа, они сделали фишку, да, что другого замка, другого феодала нету. Вот мой город, и ты его город, да? Это как бы понятно. Он как бы находится за территорией. Это вообще типа свободные такие простые земли, да. Они никуда... Так, давайте-ка, пускай высаживают. Они как бы свободными землями считаются. Здесь люди просто-просто сами живут. Сами, получается, развиваются. Типа только феодал может сам претендовать на них. Но раз он на них претендует, то есть он должен еще как минимум начать строительство. То есть, например, зачем он взял вот эти вот три земли? Вот эти вот три земли, зачем он взял их? Вот на кой они ему? Только из-за того, чтобы я не взял. Блин. Как бы... Ладно, не возьму, фиг с тобой, но... Типа, чем? Непонятно вот это. Да-да-да, ты... Зачем мне об этом говорить, что типа заполнено, заполнено? Ну ладно, это же нормально. Пока что у меня всего лишь 38 единиц возможного мужского населения, которое будет сражаться. Растет. Поле пшеницы, что там у нас? На 30%. Урожай, что значит? Прогнозируем уже дней до сбора 9. Кстати, вот здесь бы сделали фишечку. Типа, сколько осталось на ней и тому подобное, все равно приятно. Сынок спахивает. Да, молодец. С мамой. Ну, молодцы. Устал? Ну, такая жизнь, да. Хотя... Все же говорят, что, типа, во, средневековье, то есть, 50-е, типа, тяжело. А ведь, ну... Некоторыми людьми доказано, и ученые, и историки, которые прочитывали те же самые источники, те же самые литературы и тому подобное, люди никогда не жаловались, им нравилась такая жизнь. Беды были, разбойники были, все было, но в принципе, у крестьян был свой собственный дом, свое собственное хозяйство, могли заиметь скотину, если они были богатыми, да? Конечно, от гнева феодалов их мало что спасало, но если феодал был достаточно милостивым, то и достаточно справедливым, то жилось очень даже хорошо. Если земля находится достаточно далеко от границы каким-либо государством, или где-то в середине, то большая часть войн тебя не затрагивала. Плати налоги, плати десятину, ходи в церковь, как говорится, почитай короля своего, живи мирно, счастливо, и никаких проблем не будет. Что еще нужно, по сути, для счастья, да? Спокойная, красивая жизнь, которая после смерти, готовящая тебя, да, именно церковь, готовящая тебя к чему-то большему. Поэтому сказать, что вау, все так плохо было, не было. Для них это была жизнь очень хороша. Но, опять же, это просто мнение некоторых историков, теоретиков, которые как раз говорили о вообще о таких... действиях, взаимодействиях, а правда или это, или ложь, опять же, считайте сами. Даже вот с точки зрения сейчас, вот ребята разве не счастливы? Мне кажется, они более-менее еда, я их пытаюсь обеспечить. У нас есть запас топлива, да. Да, платят свои первые налоги, второй уровень. На хозяйство первого уровня платить не платят. Мы им выделили кур, они собирают мясо, курицу, наверное, будут есть скоро тоже. Хотя, убрать, наверное, только курицу. Только ради яиц они выращивали. Мясо... Я даже не знаю, что они ели-то из мяса, да, вообще редко, наверное, ели. Потому что, по сути, вся дичь, находящаяся в лесах, она принадлежит королю.
Где вы там, далеко, да, или поблизко? Ближе уже начали ходить. Ладно. Быстро идет. Строит мой дом. Здорово! Это мой дом. Чего не кланяешься? Усадьба! Требуем уровень максимально. Я так думаю, улучшать ее можно будет. Доступного отряда еще. Ненасытные грифы. 3 отряда легких пехотинцев-наемников. А сколько их там? Блудные сыны, тяжелые лучники-наемники. Легкие и легкие боевые братья. О, Battle Brothers. Легкие пехотинцы-наемники, легкие пикинеры-наемники. Сколько у меня вообще копий-то? У меня больше нет копий, у меня всего 16 копий было. Окей. А, еще 3 камня осталось возвести. Хорошо. Налоги! Они правильно сделали то, что... Ну, здание-то ввели налоговые, да? Они как бы потихоньку сейчас будут его делать. Я понял. Они вот, этим разбойникам. Еее. Все, семья. Замечательно. Очень, это очень хорошо. Страница только на 33%. Ничего страшного. Ничего страшного. Надеюсь, за один год она под паром выживет. Ну, более-менее станет. Так, что? Рубает вообще под корень все. Но если честно, вот это вот, если вот эти леса не вырубят, будет нормально. Эти не хочу, потому что у меня здесь находятся дикие звери, да? То есть они должны вырубать. Но вот это нужно. Отлично, ты соединился. Че, засалят, что ли? Бешеные гуси. Гуси, гуси, га-га-га, есть хотите, пошел на. Разбойники. Просто, блин, 3 отряда, блин, по 36. Я понимаю, что это наемнички, но... Так, ладно, что у меня там? Железо, руда, глина, есть шкуры. Так, давайте потихоньку начать обстроительство. Обжиг. Обжиг, обжиг, обжиг. Вот промышленность. Получается, вот печь для обжига. Вот они наши эти. Печь для обжига. Горн построил я. Хорошо. Инструмент. Раз в месяц я ходил. Зачем нужны инструменты? Кстати, даже ни разу не задумывался, зачем они нужны. Так, ресурсы. Инструменты. Тип хранилища. Кладовая для материалов. А зачем они нужны? Можете быстрее будут строить. Пока. Потихоньку. Типа, зачем мне инструменты нужны? Так, нужно улучшить, получается, этот нам. Второй, второй, второй. Так, это наш, здесь ничего нету. Давайте вот здесь-то мы улучшим хозяйство первого уровня. И сделаем из этих ребятушек кузнецов. Пускай они занимаются кузнечным ремеслом. Вот, кузнечную мастерскую. Изготавливать инструменты, копья и клинки. Все жители дома становятся ремеслом, после чего их уже нельзя определить на другие работы. Так, а что, закончили мое поместье? Еще чуть-чуть осталось. Но уже, но уже. Еще одну единичку. Одну. Сказали, после того, как я построю поместье, ко мне присоединится дружина. Бесплатно. Она должна будет где-то жить, или она будет жить в моем доме? Если она будет жить у меня, это хорошо. Заявлено притязание на регион Звиауи. Вот этот вот. Этот вот. Подожди, вот этот вот, да, где он этот победил.
Делай, что хочешь. Я что могу сделать? Я тебе сейчас все равно ничего не сделаю. Мне кажется, он больше издевается надо мной, нежели что-то или другое. Да. А, чуть-чуть выровнять землю, да, надо? Или вы не достроите, да, это? Тут два удара молоточком надо, вы пошли разравнивать ту землю, да? Все эти вот ресурсы за водой. Ох. Типа иди собирай, да? 10 же осталось. Мне интересно, сжечь поле, что значит? Интересно, чтобы, наверное, не было его. Или повысить этот уровень плодородности. О, видали, какая деревушка? Люди ходят. Причем очень много людей ходит. Я думал, купи точнее. Малые щиты. Надо это нанять вот большой отряд пехотинцев, да? Для них нужны вот клинки. Почему здесь топоры? Ну, не знаю. Я не против вообще нисколько. У меня будут отряд малыми, с малыми щитами, с копейщиками и, конечно же, с лучниками. Так, давайте потихоньку топливо-то заказывайте. Ой, запах. Ох, ты ж, извиняюсь. Там вырубает, ладно. Достроили, прикиньте. Столько семей, по сути, у меня свободных есть. А пока это не успевает что-то сделать. Ну-ка, сколько за раз выносит этот свои тележки? Наверное, штук 5. А где улучшение происходит быстро такое? А, я думаю, где строить? Во, печь для обжига. Там. Херача, прям вообще. Так, хозяйство завершено. Первый уровень. Отлично, я бы сказал. Молодцы, красавцы. Еппи! Тебе древесину нужно. Кто-нибудь достроит мой домик, а? Эй, слышь? Лесник. Она ждет что-то. Все, понятно. Ладно, лесники пускай потихонечку тут восстанавливают флору. А эти пускай потихоньку вырубают эту флору. Чё, хоузи, поузи? Чё? Careful with that beam there. Тут вот он рядом, как будто не особо-то ему нужно здесь. Вот здесь-то его можно построить, кстати. Просто как это, камень ключеводный. Это лучник? А-а-а, несёт груз боевые луки, окей. Два копья осталось, еще два больших щита. Ну, то есть, потому что это начали раскидывать по одинаковому уровню, да, или что? Что-то странно. Ладно. 60 уже человек. 60. Хорошо. Ой, обожаю, когда вот так поля растут. Прям красота. Еще одно строительство завершено. На 36%. Июль. Август, сентябрь. Ну, в ноябре, наверное, начнут. Ну, или я, короче, скажу им собирать урожай. То есть, через 52 дня, как бы сказать, будет готово. Окей. Засухи нету, значит, нормально. А, да, не хватает собачек. Собачки, кошки, ну, таких небольших животных, да, которые бы тоже очень были бы прям вот...
Они не нужны, просто чтобы туда-сюда ходили, да, какую-то анимацию маленькую им прописать, но... Так, достаточно ты мою усадьбу. Что происходит, а? Как так, блин? Нам осталось-то чуть-чуть. Ты идешь строить, да? Молодец. Барбара, молодец. Приплыл. Пришел тут. Ой, нет для тебя ничего, пошел в жопу. Ничего не продаем, там им не хватает. Еда, кстати, увеличится потихонечку. Ягоды хорошо, хорошо, да, находят. Молодцы, молодцы, почти все собрали. Железо еще чуть 60 штук и глина 47 единиц. Осталось-то. Вот вы уже, знаете, вы мне нахер не нужны. Тут одна Барбара справится. Все. Полиция unlocked. Эмбер. Сформирована новая дружина. Усадьба. Необходимо восполнить запас топлива. Зачем? Выберите усадьбу. Затем во вкладке налоги установите размер налогов. Налоги пополняют казну и увеличат ваше влияние за счет изъятия средств у населения. Налоги. Земельный налог. 10%. Расчетная потеря одобрения. Церковная десятина. Ноль. Пошло на их десятину. Не, я пока собирать ничего не буду. Пока нормально. Есть торговый налог, ну, гражданский налог, баналитет. Угу, и военный налог, да? Люди. Муж и Джор. Общие сведения. Необходимо пополнить запас топлива. Окей. Или типа это дружинники. Этих люди, это дружинники. А, то есть несколько усадеб можно, да, строить? Просто видите, когда я пытался построить вот эту вот усадьбу, достиг предела, там были какие-то фишечки. Фисочки. Вистецки. Ага. Что значит дружина? Нет, я знаю, что значит слово дружина. Типа, какой от меня... мне от нее толк? Все, понял. Это 5 человек. Мощных 5 человек. 5. Почему 5? Это ты, что ли? Да. Так, кстати, надо тогда построить им поближе этот колодец уж. Чуть далеко, да, вот так. Короче, мы надо, кстати, построить тоже. Но я пока не выращиваю хмель. Хмель буду выращивать уже на следующий день. Почему? Да потом... А, я не могу выращивать, потому что у меня его вообще нет. Конечно, эта кошма нужна. Кстати, я не знаю. А где ее строй? А, надо здесь строить будет. Давайте-ка здесь я пока поставлю. Но пока нажму паузу, не стройте ее. Потому что это ближайшее место, где вообще можно начать строить. Ну, хотя... Да стройте, а чё? Стройте, хрен с ней. О, хозяин второго уровня. А, еще не достроили. Я думал, начали только. Ну, типа, закончили, нет. Так, ладно. Неплохо, хотя бы своя усадьба лишняя есть, как говорится, да? Это дом налоговика. А!
Спасибо большое. Я думаю, где планировщик-то? Оказывается, есть он. Да, вот он. То есть я могу еще стенки построить. С помощью этого инструмента можно наметить место для возведения крепостной стены. Ворота создают автоматически, когда вы размеряете участок стены на дороге. Повышает стоимость 30 на одну древесину. Ну вот, грубо говоря, да, то есть... Вот так вот, охлобысь так и этот сделал вокруг себя. Внешняя башня. О, сторожевая башня. О, смотри, классно стоит. А что делает сторожевая башня? Увеличит максимальный размер дружины на 12 человек. В каждом регионе можно вести не более одной. Все, я вас понял. Вот туда, так стоять. Вот это вот. Либо с этой, либо с этой. Нет, с этой давайте. А, все. Все, отлично, отлично. Удивительно, что в моей усадьбе проживают какие-то люди, непонятные мне. Вообще, зачем нужна усадьба? Ладно. Большой плюс, что это дополнительные ребятки. То есть это дополнительная дружина. Вообще бомжи, блин. У них нет ничего. Жена дружина, а с чем она? Fresh meat. Get your fresh meat here. No finer cuts in all the land. Давайте потихонечку достроим все усадьбы. Еще осталось раз, два, три, четыре усадьбы. Спокойненько достроить. Усадьбу, хозяйство, да. Хозяйство. Я здесь часовню построил, серьезно? Прикольно. Что у меня там по древесине? Нормально. 19 штук здесь целых. Корчму тоже. Ты что делаешь? А, часовню? Пару ударов надо всего лишь. Это просто, да, вот. Так, мелочно. Это был Альбрехт. Теперь сюда нужно тащить еще ресурс. Пошли налоги, налоги. Так. А. Рецепт, окей. А, подожди, коммит, блин, надо нажать. Называется коммит. Вопрос. Куда башня делась-то, ё-моё? Ладно. Ладно, фигня, базар вообще фиг с ней. Убрать кусты. Маленький прирост населения. Нормально, блин. Наверное, надо вот церковь улучшить тоже. Из 10 обжига. Подня еще, ну и есть, ладно. Как-то если задуматься, то всего лишь одна даже семья может спокойненько засеять поле с пшеницей. Одна девушка, получается, будет с волом ходить. Ну, там, мужчин, без разницы, да. Они быстренько полностью землю проборонят. Потом мы приходим, засеиваем. И цата. А, опять что-то. Так, что у нас тут? Нормально? О, можно отправить на охотничков. Есть у меня семья охотников, пускай ходят. Не, сейчас-то ладно уж, не надо. Я говорю, хотя бы просто достроить. А то что-то они там бросили, даже не успели возвести. И вот на тебе. И потихоньку вот уже люди прибавляются. Видно, как они вот здесь ходят. То есть, когда 1-2, а когда уже 30-70 человечков. Это тебе не хрю-хрю-хрю. 5 ретюние. Это, я так понимаю, дружинников. 5 дружинников, да, как у меня вот здесь показано. Да, 5 дружинников. Полиция, типа.
Хоть бы выглядели как-то по-другому. Блять, я только сказал, хоть бы выглядели они как-нибудь по-другому. Так вот они, посмотрите на этих красавцев. Вы посмотрите на этих красавцев, бля. Они такие, блин, они реально классные. Сейчас они принесут. Мне просто интересно. Что значит запас топлива? Восполнен. Окей. Мне просто интересно. О, хорошо. А снаряжение, наверное, мы же должны их как-то улучшить. Мы же должны их как-то там этот сделать сильнее. Вот они, блин, капец, я только. Хоть бы они выглядели, да выглядят, как и надо. И даже ходят. Вот, вот это, вот за это огромное спасибо. Есть дружинник, есть слуга, да? Вот реально, вот за это спасибо огромное, потому что... А, разравнивать, я думаю, копьюнити. Потому что это добавляет приятного, приятного элемента того, что в игре есть не только крестьяне, да? А есть реально дополнительные слои населения по типу дружинников. А сейчас у меня их будет еще 12? Все плюс 12. Вообще охренеть. Охренеть, да? Это вот прям, вот за это прям отдельный респект, правда. Я говорю, осталось только добавить семью церковников, обязательно, да? Торговцев, чтобы тоже, например, ну, немножко видоизменялись они. Те же самые... Серьезно? Серьезно? Вы сказали, что они ничего не будут делать. Нет, реально делают. Круто, спасибо. Застряли, блин. Ага. Ну, вот он, вон, видно у него. Просто что ни на есть красаучик. Вы как, нормально? Ну да, вот тут вот потихонечку туда-туда-туда-туда будут уходить. Да, хорошо, прям вырубает. Если я сюда их сделаю, нет, они, блин, мне тут все вырубают. Ну, нафиг. Ну и, конечно же, эти люди пошли на охотничьи силки или что? А, они постройку все еще возводят. Ладно. О, начинаем с 32 уровня хозяйства. Хорошо. Кстати, подождите, у меня же горн сделан. Да, окей. Отправляем людей. Пускай начинают плавить этот железную руду, заготовку делать. Топливо есть. Ну, насколько это возможно. Добывать, несет груз. Конечно, блин, вот да, не повезло мне то, что это. Но я сейчас... А, нет, мне обжиг нужен. Вот, печь для обжига, чтобы хотя бы сделать три хозяйства третьего уровня. Для этого нужно выполнить вот это вот. То есть, по сути, первоначально мы должны улучшить с вами сначала церковь. Приподготовить 10 обжига и 5 древесины. Серьезно будет. Просто вот я ошибся и все, и вот попал в просадок. Ой. Серьезно, 20 товаров там. 20 древесины. Да не хухры, и мухры. Ну, огромная башня все-таки, да. Прям несут, а я ведь поставил средний уровень. Кстати, дружинки тоже помогают, круто. То есть они не сидят на месте. Типа, давайте работайте, холопы. Нет, прям помогают.
Ой. Освещение. Все равно в средневековье освещение было. Это были факелы в основном. Да, немного, но оно было. Более богатые дома использовали воск, масло, лампадное, так называемое. Ага. Две древесинки нужны. А, привезли еще товар, хорошо. О, болтак. О, красавцы. Просто два дружинника. Дружинник, дружинник. Просто болтают. Охренеть, так они себе еще его... И они полезны, а? И в защите участвуют. И постройки возводят. И ресурсы приносят. И все это, по сути, за 5 бесплатно. То есть, я не знаю, откуда они взялись. Но они сами пришли. Ладно, это они перестраивают, наверное. Ну, вообще, в принципе, прям молится. У дружинников есть слуги, да, еще я так смогу? Смотрю. Ну, в любом случае, я, наверное, неправильно построил то, что подальше, как бы сказать, да, от основного пока что города. Надо было, наверное, все-таки где-нибудь здесь построить. Но в тот же момент я бы не смог оградиться стеной. Было бы интересно, но не смог. Поэтому тут как-то этот. Такой двоякий момент. Ладно. Приготовиться к набегу, блин, за год, капец, конечно. Как вот иногда смотришь на задание, так и думаешь, блин, же набеги. Так, сейчас здесь спокойненько у нас все уничтожат. Ну, имеется, соберут все. Ресурсы, замечательно. Глина собрана, железная руда собрана. А-а-а. Все, вижу. Плюс еще одна семья, хорошо. Спасибо большое. Молодцы, красавцы. Дополнительная себя — это дополнительный рот, но при этом дополнительная сила. Это постоять. Надо возвести эту постройку и там уже вырубать. Ой, извиняюсь. Так, печь еще не построена. Ага. Более пшеница. Ладно, ребятки, давайте на этом с вами сегодня закончим. Неплохо, я бы так сказал. Мы с вами сегодня развились, построили целую усадьбу. К нам прибыли дружинники. У нас еще 209 дней и август месяц на дворе. Это же воду. Да, река. Вот, месяц август на дворе. А значит, в скором времени наступит осень, и мы начнем сбор урожая. А к сбору урожая мы должны успеть построить мельницу, мать ее. Хотя бы мельницу, потому что, господи, общую печь мы построили. Все, давайте, ребятки, я вам скажу всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Как раз игра сохранилась. С вами был Ликогнин, увидимся в следующей серии. Всем удачи, пока-пока.